первый вопрос по сегодняшнему матчу. Что не удалось, что не получилось в игре? Ну, «Зенит» грамотно оборонялся, не получилось скрыть его. Сами пропустили две контратаки, которые, в принципе, привели к голам. А так, в принципе, мы больше владели мячом. Но «Зенит» грамотно встал на своей половине поля и практически ничего у своих ворот не дали создать. Парочку слов о вчерашней игре с Мордовией, которой удалось победить. Команда премьер-лиги. Не первый матч играете здесь вне турнира. Ну, матч тоже был тяжелый, напряженный. Тоже и Мордовия много владела мячом, и мы много владели мячом. Но в основном все это было в середине поля, больше борьбы было. Так получилось, что мы в первом тайме забили, так и закончилась игра с минимальной победой. И в целом впечатление ваше о турнире Кубки ФНЛ? Ну, турнир не первый год играем. В принципе, всем довольны, за исключением, наверное, только полей, на которых приходится играть. Не лучшего качества, конечно. Но так в целом все нормально. Спасибо большое.